Их подвиг незабываем, а память о героях Отечества вечна. Имена участников, погибших при исполнении воинского долга, в зоне специальной военной операции увековечили на мемориальном комплексе в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. Среди них ефрейтор Максим Пустозвонов, военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист, подразделение специального назначения, уроженец поселка Волжский, героически погиб 27 февраля 2022 года. Указом президента России был награжден орденом мужества посмертно. Это мероприятие очень важно для сохранения этой памяти, для того, чтобы на этих примерах мужества и героизма учить наше будущее поколение, для того, чтобы наше государство, Российская Федерация, продолжало существовать, быть независимым и сильным государством. В память о погибших героях в специальной военной операции вблизи мемориала разместили танк Т-80УД. В прошлом году его привезли из Екатеринбурга. Машину привели в порядок, отреставрировали. По словам главы городского поселения Волжский, памятник по праву можно назвать всенародным. Привезти его и установить помогли жители поселка. Очень много жителей помогало для того, чтобы этот памятник существовал. Помогали кто чем мог. Кто привозил землю, кто занимался сварными работами, кто занимался электричеством, кто дал плитку. Торжественная церемония открытия мемориала прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра управления Росгвардии по Самарской области. Музыканты исполнили для собравшихся песни военных лет, которые никого не оставили равнодушными. Ольга Павлова, «События».